С началом весны становится актуальной проблемой железнодорожных перевозок. На днях филиал ОАО РЖД в Казани в своем пресс-релизе, как сообщает информагентство «Регнум», предупреждает о вероятных последствиях возможного сокращения федерального субсидирования. Железнодорожники сообщают, что в 2004 году Минфин России планирует двукратное сокращение бюджетной поддержки пригородных перевозок с 25 миллиардов рублей до 12,5, в 2015 до 6 миллиардов, а затем и вовсе прекращение господдержки. Следовательно, все финансирование перевозок пассажиров пригородным железнодорожным транспортом ляжет на региональные бюджеты. В Чувашии перевозки пригородными поездами занимают 1% от общего числа перевозок. При этом субсидия, которую выдвигает перевозчик, в 100 раз больше по сравнению с другими видами транспорта в расчете на одного пассажира. В бюджете такие средства отсутствуют, но, понимая социальную значимость пригородных перевозок, власти стали снижать количество вагонов, оптимизируя маршрутную сеть и расписание. Еще прошлым летом премьер-министр Чувашии Иван Моторин обвинил монополиста. По его словам, РЖД отказывается от решения многих проблем, не принимая во внимание интересы регионов. Татьяна Молокова, Республика.